Уважаемые партнеры бренда, компания Oriflame всегда идет ногу со временем, поэтому уже в ближайшие дни для наших минских партнеров мы запускаем один из популярных и востребованных вариантов доставки заказов – пункты выдачи заказов Европочта, широко известной в Беларуси сети Евроопт. Мы предлагаем нашим партнерам бренда сеть из 7 пунктов выдачи заказов в городе Минске, расположенных как в крупных торговых центрах Евроопт, так и в небольших магазинах «Хит». Вы можете выбрать наиболее удобный для вас пункт выдачи, так как пункты расположены в большинстве районов города Минска. Это возможность забирать заказ сразу же после поступления в пункт выдачи в удобное для вас время, так как большинство пунктов работает в течение всего дня до 21:00. Спасибо. Заказы хранятся в пункте выдачи до 7 дней бесплатно. Как разместить заказ с получением в пункте Европочты? Размещайте заказ на сайте в корзину. И на шаге, где предлагается выбрать пункт доставки, выбирайте аббревиатуру ПВЗ, что означает пункт выдачи заказов с удобным для вас адресом. Далее оплачивайте, как и обычно, и ждете доставки. Как только заказ прибудет в пункт выдачи, вы получите СМС-уведомление о доставке вашего заказа на номер телефона, который указан в личном кабинете на сайте Oriflame, что позволяет рационально распланировать ваше время. Вся информация с полным перечнем адресов пунктов выдачи заказов в городе Минске, а также подробная инструкция по размещению заказов будет выложена на нашем сайте. Теперь вы сможете получить ваш заказ в удобном для вас пункте выдачи Европочты, и плата за доставку здесь не отличается от привычной платы за доставку в сервисный центр. И не забывайте, что помимо Европочты вас также ждут лидерские пункты выдачи, наши СПО, где вам также всегда рады, окажут отличный сервис и где есть отличная возможность ознакомиться с нашими косметическими продуктами. Скоро мы расширим возможность получать заказы в пунктах выдачи Европочты не только для жителей города Минска, но и для жителей других городов Беларуси. Следите за новостями от компании Oriflame.